Продуктовые наборы и бутилированную воду доставили активисту ОНФ, пострадавшей от подтопления, Смедовический район ЯО. Собрать продукты питания общественникам помогли жители областного центра в рамках акции «Тележка добра», во время которой каждый желающий мог оставить купленные продукты в магазинах-партнерах. После доставки гуманитарной помощи администрация распределит полученные запасы и передаст пострадавшим. Набрали мы более 50 продуктовых пакетов, сформировали из того, что принесли граждане тележки добра, из того, что собрали мы силами активистов. Вот, и, соответственно, более 750 литров бутилированной воды. Помощь ОНФ пришла своевременно. У нас в зоне подтопления оказалось 75 индивидуальных жилых домов, в которых зарегистрировано более 30 человек. Часть людей отказались покидать свои жилые дома и сейчас находятся на территории, в своем доме, да. Соответственно, им нужно обеспечение водой, едой и лекарственными средствами. Ранее в Ленинский район активисты доставили около 4 тонн гуманитарного груза. По данным Главного управления МЧС России, за время паводка в этом году в ЯО в зоне подтопления оказались 151 жилой дом, около 3000 приусадебных и дачных участков, а также 110 участков дорог регионального и местного значения. Общий ущерб оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Андрей Кирюшин, Алена Шот, Павел Славин, Новости 21.